Ну вот не листовик с парой мраморных горами. То есть видно, что сейчас ну, вот мы свет подали. Непривычно производителям. Они сразу прекратили различные ухаживания. И находится в дальней части аквариума. Значит, видно, что нерестовик оборудован синтетической имитацией, значит, водорослей, как в природе. Вот, внизу стоит самка, видно у нее, округлое брюхо очень крупное. Самец пока почему-то окрас не набрал еще. Да? Ну, вот если сейчас мы изменим ракурс. Видно, да, четкое отличие самца острых спинной плавников. Вот. Четко видно, да, самец стоит дальний, у него острый спинной плавник. Самка сейчас развернется немного. И мы сможем наблюдать вот ее круглый плавник. Видно, да, что у нее косицы плавника верхнего нет такой. Вот, значит, видно на видео, да, что все оборудование нерестовика, это синтетические нити, имитация, значит, живых водорослей, но так как аквариум гигиенический, стерильный должен быть, вот. Хотя, конечно, это не есть природное, но нам важно же, чтобы все было хорошо. И мы это можем создать. Поэтому вот искусственные нити. И вот тут в нижней части рядом с терморегулятором лежит труба керамическая, чтобы самка после нереста могла в нее спрятаться и самец ее не забивал. Также вот отдельно в этом углу куст. Синтетики. Вот. Ну а теперь будем наблюдать процесс нереста. Называют их рожденные в пене, называют не зря. Значит, распылитель мы здесь не ставим, иначе не будет образовываться инфузорная пленка на поверхности. И самцу будет трудно построить себе полноценное гнездо для икры, а следовательно и выход из икры будет очень маленький. Сейчас температура постепенно поднимается, что тоже является стимулирующим нерест фактором. Значит, как только температура достигнет оптимальной, самец потемнеет у нас, самка более темная станет, начнутся у них брачные игры.